Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале «Видное ТВ», в студии Татьяна Брылова. И вначале коротко о темах выпуска. Почему у детской поликлиники собрался весь личный состав противопожарной службы района? Свободное время в досуговом центре Дроздова проводят с кисточкой и акварельными красками. Я впервые взяла кисть в руки, и у меня получаются такие шедевры. Очень веселые и очень весенние. В бассейне «Дельфин» прошли соревнования по плаванию среди учеников школы номер 7. Мне нравится плавать на спине и баттерфляем. Сегодня утром на проспекте Ленинского комсомола было жарко, а в здании детской поликлиники вообще пекло. На месте оказался весь личный состав противопожарной службы Ленинского района и спасатели из других муниципалитетов. Что же там случилось? Расскажем в нашем сюжете. Этот день начинался, как и многие другие. Видновчане шли с детьми на утренний прием к детским врачам. Ожидание своей очереди, коляски – все как всегда. Только вот поведение охранника нестандартное. На втором этаже в игровой зоне произошло возгорание. Красные флажки – это и есть пламя. Условия учебного пожара усложнили еще больше. У нас по легенде пожарная сигнализация не работает. В рупор объявили, что у нас пожар в здании, вывели детей, родителей. Если дети к учениям отнеслись с пониманием, то некоторые родители тренироваться не захотели. На выход еще одежду надо брать. Что за балаган вообще? По словам МЧСовцев, подобная реакция некоторых граждан случается во время любых учений. Как правило, такие люди становятся невидимыми. На объектах проведения учений бывают ситуации, когда либо технологический процесс нельзя остановить, либо мы же можем пойти на встречу в данной ситуации, когда человек записался на прием к врачу, приехал издалека. В рамках учений мы считали, что их нет. После эвакуации в здание проникают две группы пожарных. Условен только пожар, все остальное настоящее. И кислородные баллоны, и пожарные рукава, которые группы тянут к месту возгорания. И специальное боевое обмундирование. Ведь средняя температура пожара в помещении свыше 1000 градусов. Поэтому эти ребята настоящий спецназ. И как и любые специальные подразделения, они всегда должны быть в форме. Физической подготовкой занимаемся, физическими нагрузками, как всеобщими, так специально пожарными, пожарно-строевая подготовка. Бегаем с лестницами, вяжем веревки, 100-метровку с рукавами, со стволами. То есть вы всегда в форме? Обязаны. Всегда в форме, всегда готовы. Пока расчет Александра устранял очаг возгорания, другая группа эвакуировала потерявшего сознание человека. По легенде, он отравился угарным газом в первые минуты. Пока за его жизнь борются медики, другие расчеты тянут пожарные рукава на крышу. Кровля – самая легковоспламеняющаяся часть здания. Где бы ни происходил пожар, ее берут под контроль первой. В конце учения обязательное подведение итогов. Сегодня не все прошло гладко. Шероховатости там при прокладке линии, при там работе постового на посту безопасности ГЗС. Это уже рабочий момент. По словам опытных борцов со стихией, шероховатости и рабочие моменты на таких масштабных учениях бывают всегда. Ведь задействовали пожарных со всего Подмосковья. Объект является с массовым прибыванием людей, лечебным учреждением, поэтому силы и средства привлекались по рангу пожара номер 2. Это пожарные не только города Видно, но и Домодедово, Люберцы, Подольск. За учение пожарные получили положительную оценку. К слову, в МЧС их всего две. Либо положительная, либо отрицательная. Михаил Решетов, Николай Карбанов, Сергей Ларин, Видное ТВ. В марте, когда начинает пригревать весеннее солнышко, хочется думать о хорошем, больше гулять и радоваться жизни. Но некоторым это время приносит огорчение в виде ОРЗ или ОРВИ. С чем связан подъем заболеваний в данный период и что нужно делать, чтобы не болеть, расскажем в нашем следующем сюжете. Напрасно люди считают, что с приходом весны заканчивается период острых вирусных заболеваний. Как правило, в демисезонье, когда погода нестабильна, получить насморк или кашель, как говорится, расплюнуть. К слову, именно воздушно-капельным путем и передаются вирусные инфекции.
При кашле, например, мокрота, особо если она инфицирована, разлетается на 6 порядка метров. То есть можно получить свою дозу, и если эта инфекция садится на ослабленный иммунитет, то, соответственно, сразу вирус, это же внутриклеточный паразит, он сразу внедряется в клетки человека, а именно верхних дыхательных путей, и начинает активно размножаться. Если иммунитет достаточно высок, то организм борется. В противоположном случае поднимается температура, развивается заболевание, а при несвоевременном лечении возможны и осложнения. Прививки против гриппа, которые советуют делать в первой половине осени, могут облегчить течение болезни. Прививка, она полностью не защищает от того, что человек не заболеет, потому что штаммов много. Но каждый год создаются новые формы вакцины, которые рассчитаны, но на предположительно тех вирусы, которые будут в данном сезоне. И, соответственно, сделав прививку, человек может и заболеть, но при этом идет перекрестный иммунитет и на вирусы, и на бактерии. Заведующая отделением профилактики Лариса Соловьева также отметила, что часто при вирусной инфекции люди сразу начинают принимать антибиотики, что совершенно необоснованно. На сегодняшний день мы получаем, что греха таить, много антибиотиков с продуктами питания, с мясной пищей. И поэтому как бы организм и так у нас насыщен антибиотиками. И уже многие инфекции резистентны к существующим антибиотикам. И нужны повышенные дозы антибиотиков. Не все антибиотики действуют. Поэтому лечение должно быть правильным и назначено доктором. Ну а чтобы и вовсе не болеть, нужно избегать скопления людей, больше находиться на свежем воздухе, а также принимать натуральные витамины в виде ягодных морсов и фруктов. Кроме того, не стоит торопиться переходить на весеннюю одежду. Татьяна Брылова, Владимир Бежонов, Егор Хлябич, Елена Кошелева. Видное ТВ. В центре досуга Дроздова никогда не бывает скучно. Всякий раз сотрудники клуба придумывают самые разные развлечения для посетителей. На этот раз прошли занятия по скетчингу. За акварельными фантазиями наблюдал наш корреспондент Дмитрий Книга. В досуговом центре Дроздова состоялось занятие по скетчингу. Это техника быстрого рисунка, с помощью которой можно передать эмоции и атмосферу изображаемого объекта. Достойные работы получаются даже у тех, кто никогда не брал в руки карандаш и кисточку. Достаточно взять так называемый референс, рисунок или фотографию, и по его образу и подобию передать на бумаге свое видение картины. Мы не срисовываем, мы именно рисуем, да, передаем какие-то цвета, которые вот увидели, которые поразили, формы. То есть мы учимся простыми очень способами выражать сложные именно вот детали. Занятие проходит в несколько этапов. Сначала необходимо начертить контуры будущего объекта, в данном случае вазы с цветами. А затем начинается закрашивание рисунка. Лучше всего для этого подходит акварель. Цвета можно комбинировать между собой, чтобы добиться идеального сочетания красок. Юлия Петрова даже не могла представить, что способна создать картину из ничего. Здесь семейный центр, мы сюда с дочкой ходим, очень нам нравится. И вот осваиваем азы скетчинга, Оля нас учит. Шикарно, я не думала, что я могу так рисовать. То есть я впервые взяла кисть в руки, и у меня получаются такие шедевры. Рисование объединяет посетителей центра досуга разных возрастов. Руководитель проекта Ольга Гаврилова смогла привить интерес к этому виду творчества собственным примером. Если нам нужно что-то добавить, где-то цвет, мы прям намочили с запасом, но это не значит, что до этого запаса мы кисточкой лезем. По словам участниц занятия, они получают удовольствие не столько от результата творчества, сколько от самого процесса. Ну, мне это нравится, просто это красиво и даже не знаю, как сказать, это вроде сложно, но если ты это понимаешь, то ты рисуешь. Занятия по скетчингу проходят в центре досуга Дроздова по выходным. Впереди девушек ждут новые зарисовки. Дмитрий Книга, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В спортивно-оздоровительном центре «Дельфин» в Видном прошли весенние веселые старты. В них приняли участие ученики 7-й школы, те ребята, у которых один урок физкультуры в неделю проходит в бассейне. Школьникам предстояло сдать две дистанции – 25 и 50 метров, причем за успешное прохождение последней можно было получить юношеский разряд. Следила за происходящим и наша съемочная группа.
В веселых весенних стартах в Видномском центре «Дельфин» приняли участие 120 ребят из вторых, третьих и пятых классов. Все они ученики седьмой школы, и у всех один урок физкультуры в неделю проходит в бассейне, где их обучают плаванию. И на соревнованиях ребята показали, чему научились. Здесь ребята с общеобразовательной школы приходят на урок физкультуры и работают так, что могут показать разряды. Значит, и тренеры хорошо работают, и ребятам нравится, и родители, когда видишь, понимают, что здоровый образ жизни, все-таки это прекрасно. Школьникам предстояло сдать два норматива – 25 метров кролем на спине и 50 метров вольным стилем. Причем за успешное прохождение последнего можно получить спортивный разряд. Веселые старты полностью оправдали свое название. Было азартно, шумно и весело. Ребята дружно поддерживали своих одноклассников. На 25-метровке Саша Лебедев из 5 Б оставил далеко позади своих соперников. Он занимается плаванием всего 2 года, но уже почувствовал на себе его положительное влияние. Тренируются эти мышцы и дыхалка, и здоровье становится лучше. И он, и София Буданова из 5 А показали отличные результаты и заняли призовые места. Тяжело, но волнение очень, большое волнение. Прям. Но когда ты проплыл, такой, отпускает, и прям чувствуешь себя более сильнее. Все участники соревнований могут назвать множество причин, почему им нравится заниматься плаванием в дельфине. Плавание нужно, если ты полненький, ты можешь похудеть. Мне нравится плавать на спине и баттерфляем. Еще мне нравится директор наш хороший. Тут очень хорошие учителя, они понятно объясняют все. Я очень довольна. Школьников, показавших лучшие результаты на обеих дистанциях, торжественно наградили дипломами, а также поздравили тех, кто получил юношеские разряды. Порядка 20 человек выполнили юношеские разряды, это вторые и третьи. 2 человека проплыли с результатом первых разрядов, но подтверждение этих разрядов будет только на чемпионате Ленинского района, потому что статус соревнований нам дает право присваивать только вторые и третьи юношеские разряды. 31 марта в «Дельфине» встретятся сильнейшие пловцы из Видного и Развилки. Победители этой встречи отправятся 24 апреля на чемпионат Ленинского района. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ. И о погоде. В четверг, 21 марта, в Подмосковье станет пасмурно и пройдут дожди. При этом температура воздуха днем составит 4 градуса тепла, ночью плюс 1. И это все новости на сегодня. Увидимся завтра в это же время. До свидания.